Вы когда-нибудь видели летучую мышь? Я вот в первый раз ее вижу. Она прицепилась на стенку и спит. Сейчас 10 часов утра. Она, наверное, всю ночь чем-то была занята. А сейчас спит. Сейчас вы посмотрите ее мордочку. Такая вот. Красавец. Или красавица, я уже не знаю, я не разбираюсь, как определять пол летучей мыши. Ну, я догадываюсь, конечно. Вот смотрите, как она зацепилась лапками задними за шершавую стенку. А передними, по-моему, даже и не зацепилась. Только на задних лапках. И вот, кстати, о размере. 1,3 сантиметра. 3,5. Колышется у нее. Значит, дышит спинка. Не будем ее трогать, пускай спит.